Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Прелестно. Чарльз. Сэр. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Причем среди бела дня. Еще наемник. Boston Country Journal. Целый мир за Пенни. Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше.
Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь дознает, что сталось с Бенджамином. Ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в холодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знают, в чем дело... Они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Фронтоватый какой чай. Сказали, в чем дело? Нет. Постекли. И он скоро вернется домой. Я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увидели? В вершине холма. Может, в форте есть врач? Брошюр! И альманах! Только люди не развлекаются. Вот молодец ты у нас. Их было трое, нет, четверо. И все явно с подмоченной репутацией. Они несли пятого. Он был избит без сознания. Томас, дурак, хотел помочь, так его зарезали. И просто ушли. Будто так и надо. Будто все в порядке. Куда они пошли? Я не знаю. Я все пытался остановить кровь и... Постарайтесь же вспомнить. Туда, кажется... Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Смотрите, у них полно часовых. Где? Нужно миновать их. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Thank you.
Вот так-то. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца, чтобы усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите! Возможно, я поторопился с отказом! Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлос, будьте практичны! А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь! Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Все мы горжусь. Повезет, рухнешь в обморок. Но уж поверь, я постараюсь, чтобы этого не было. Джик и ушей как не бывало. Что скажете, мистер Чардж? Тогда я хоть не буду слышать ваши бред. Кто? Кто вы? Хейтем Кенуэ, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чардж. И я все объясню. Ну вот, и еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлос Тэтчер. Этот хлыщ – работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мундиры. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Питкерн, вы дурак.
и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Алин-стрит и Шип-стрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Давай! Все новости для вас в свежий Boston Weekly Advertising. Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! Может, ночью рискнем и обрежем Николя? За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже.
Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме! Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Босс скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Для всех качей! Почтенный мастер Питер Уитцел! Устраивает... Шефер у Олкера и помощников! Вечером в пятницу в синем хряке! Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуйте за нами поодаль и будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово.
завтра, в четверг, у Олкера... Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепление? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Атакуем! Чёртовы псы! Не подпускайте! Одно слово, и я перебью всех. Эй, погоди-ка. Атакуя! Ты что, новенький? Ну же, ну! Чей взвод? Передавай привет, костлявый! Все чисто! Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос? Убить.